Обеспокоенные северодвинцы обратились к нам в редакцию. По Приморскому парку гуляет гусь-отшельник. Одинокая птица не подпускает к себе человека и может пострадать от ворон и бродячих собак. Как пояснили специалисты, у гуся два выхода – погибнуть или быть спасенным жителями. Пусть настоящая зима еще не началась, но все птицы уже улетели в теплые края, кроме одного пернатого. Жители бульвара строители обеспокоены. По набережной реки Паранихи гуляет гусь. Совсем одна птица щиплет траву и не покидает сушу. Скорее всего, гусь ранен, ведь здоровая птица не отбивается от стаи, говорят орнитологи. Обычно птица ночует на берегу, вот, в таких более-менее укромных местах. Но здесь, в городе, это очень большая опасность. Вот птица будет забрана вот бродячими собаками, да, в общем, кем угодно. Гусь подпускает к себе максимум на 1 метр. По словам орнитолога-любителя, пернатый сможет перезимовать в городе, если доберется до котлована вблизи ТЭЦ. Там иногда зимуют кряквы. Еще один вариант хэппи-энда – человек. Поймать гуся вполне реально, в темное время суток с помощью сети. Впрочем, нужно учитывать, птица после рук человека не выживет в дикой среде. А вот парку культуры и отдыха пернатые не мешают. Здесь реальная угроза для детей и собаки. Сюда приходят как дикие псы, так и потерявшиеся. На этот раз вполне воспитанная овчарка. Девочка, она, в принципе, молодая, может быть, год ей, еще гуляет сейчас в это время. Вот, а так знает команды вообще, как бы, не знаю, как она так могла пропасть вообще, жалко очень ее. Сотрудники парка уверены, у собаки есть хозяин, поэтому они подкармливают овчарку и ждут, когда за ней придут. Если северодвинцы узнали на видео своего питомца, убедиться в этом можно в парке культуры.